И снова разбой. На улице Гоголя 29-летнего запорожца ударили сзади камнем по голове. Он потерял сознание, когда пришел в себя, обнаружил, нет мобильного телефона. Заявление потерпевший пришел в райотдел. На розыск и задержание преступника милиционерам понадобилось около 20 минут. Был отработан район. Вот, также перекрыты все прилегающие территории, и по горячим следам задержан подозреваемый, на которого прямо указал потерпевший.